Фестиваль «Санок Winter Sunny Day» собрал самых креативных людей со всего Петербурга. Ребята не стали ограничивать себя в фантазии, и поэтому их сани не оставили никого равнодушным. Рубль, скатывающийся с горы, самолет, цыганский табор и даже телефонная будка из знаменитого сериала. Скажите, пожалуйста, она не упадет? Нет, она полетит. Я друг этому, а кто? Мы прилетели из другой вообще галактики, из планеты Пандора. Вот, и вот сегодня покажем класс на санях. Украшая санки, участники не забывали наряжаться сами. По условиям конкурса перед спуском им нужно было показать небольшое шоу-представление. Ведь Winter Sunny Day – это не только состязание в скорости и дальности, но и в творчестве. Плохая погода не стала помехой для любителей покататься на санях. 24 команды, в каждой из которой минимум 2 человека. 4-метровая горка и море творчества и позитива. Мне очень нравится этот фестиваль. Я в третий раз в нем участвую, во второй раз сижу в жюри. Ребята все креативные, интересные, мероприятие очень хорошо подготовлено. Я рада, что такое меропро проводится у нас на территории города уже который год. Планируется, что в скором времени фестиваль станет международным. Значит, получить свою дозу позитива сможет гораздо больше людей. Алена Газинкамп, Сергей Леонидов, Сергей Турчанин. Специально для 1М.